Всем привет! Хочу вам показать свою камбрию, которую я покупала по уценке. Их три я покупала. Есть видео. Хочу показать, что она до сих пор цветет. Вот эти два цветочка. Живы-здоровы. Очень вкусно-вкусно пахнут, особенно по утрам. Вот она. Значит, никаких изменений нет. Ростиков не растет. Корешков не растет. Но так как цветут цветочки, растение отдает все силы на цветение. Как только начнут засыхать, я отрежу цветоносик. Вот он, цветоносик отрежу. И тогда начнут новые ростики расти. Так как у камбрии, которая покупалась вместе с ней, вот она. Сейчас я вам покажу. Вот это сейчас. Вот это растение. Цветонос я срезала. Вот растет новый ростик. Ну, она в хорошем состоянии была. У нее огромные бульбы. Их мало, но есть чем питать вот этот ростик. Просто очень-очень красивое растение. И ростик, который, сейчас вам покажу, вот та камбрия, третья, которая с одной бульбочкой, пока ничего не наращивает, ничего нет, но я надеюсь, что начнет расти новый ростик. Даже пусть через год, потому что они долго думают, бывает, тем более одна бульбочка. Но у нее, как помните, была самая темная красивая расцветка. Так что вот такие дела у моих трех камбрий. Но решила снять я это видео, чтобы запечатлеть на память, как красиво это растение цветет. Все, всем пока, до скорых встреч!